Команды, которые помогают ответить на ключевые бизнес-вопросы, касаются продукции с помощью тестирования и последних этапов продукции. На самом деле, я не знаю, как сказать название именно дизайн-тим, я буду выделить, да, потому что есть свой продукт, который будет по стратегии всем дизайнерам. Вот то, что сказал дизайн-тим, это только один, понимание, другие идеи, потом наоборот, выбор из них лучших, процедирование и потом результаты пользователя. На самом деле, эта штука очень сильно подкреплена практиками IT-ов, и особенно IT-скуп. Если кто-то слышал, в Стэнфорде работали по дизайну, вот, и ребята из Google, они просто взяли и переосмыслили те наработки, которые были в IT-скуп. И почему это так работает? Во-первых, это концентрация на продукте. То есть команда реально не думает о личном лице, не думают про миссию, не думают про маркетинг, не думают про монетизацию, не думают только про продукт. Очень много ты затарить вместе. Это реально такой, можно сказать, иллюзий. Ты не понимаешь, что ты делаешь то, что они хорошо делают, и не знаешь, что это делать. Фасилитация, то есть люди их направляют, помогают им делать то, что нужно. И мне кажется, самое ценное, самое главное, да, вот какой-то примитивный, как я говорю, план, это вот именно конкретное управление, да, конкретные такие механики, задания, которые люди делают в дизайне, либо в группах, и это очень ценно штука. Вот, например, многие так думают, что это очень похоже на мышление, как мы так называем это мышление, что мы делаем это мир. На самом деле, это есть отличие, и я бы сказал, что главное отличие в том, что мы начали другие аспекты. Это не просто мышление, но отличие на другом аспекте, это работа, ну, как минимум кликабельные прототипы, да, и самое главное, что это все такое, что это очень важно, как бы, команды, которые делают цифровые продукты. Вот это вот, можно сказать, такой эксперимент, просто люди там на работах, и идея какой-то сама основа. И вот одна из идей в рамках управления там, связанного с третьим сектором, то есть коммерческой организации, это рентгер. Рентгер будет здесь в том времени запуска первой версии платформы для наставничества. То есть для того, чтобы подростки, как и ранее, это федеральный проект, могли найти менторов, наставников, взрослых людей, которые будут просто для них таким, ну, будут помогать, будут рассказывать про деньги, про важный момент, например, как просит повод готовиться там дети детских домов, по-русски, да, и все эти домашние семьи, на самом деле, это так все подходит абсолютно. И это важный такой момент, потому что тогда, если все хорошо, если родители, у кого есть будут какие-то взрослые, которые могут немножко рассказывать со стороны. И вот это уже такая платформа, да, то есть, чтобы там могли одни находить других, и, соответственно, там, в первую очередь, это должно быть это вопрос, и пока что там, на самом деле, это понятно, то есть, в первую очередь об этом думают, как очень четкие
первый день, поступает понимание, познакомиться с направлением проекта месяц, многих не было, поскольку, естественно, он отвечает на направление руководства проекта, технический директор, человек, который работает в компании, профессиональный такой, как коуч, собственно, проектная команда. Вот, и мы тоже просто выгрузили как-то свое, вот, потом они просто
Я хочу поговорить о том, что
Я хотела спросить, все же, и сформулируй, пожалуйста, еще раз, чем это отличается от процесса негативного, потому что из того, что я услышала, у них выхлоп, в принципе, процесс или стадии одно и то же. Кроме того, что это ограничено по времени, и все очень стабильно, жестко. Если это отличается только ограничение по времени и таймингом, как ты считаешь, не ограничили ли это творческие порывы участников дизайн-спорта, в принципе? Ну, то есть, когда у людей уже мозг раскрылся, вот они находятся вот уже в процессе, и не было никаких проблем, и как вы решали такие вещи? Еще потом не У нас не было таких проблем, может быть, потому что команда была настолько измотана, для них это был просто взрыв мозга, они никогда такими вещами не занимались. Может быть, если бы это были более опытные люди, они, может быть, действительно бы хотели бы еще, да? И я думаю, что это нет никакой проблемы. Во-первых, я бы сказал, что можно проводить несколько спринтов. Реально, в одном спринте тяжело вместить весь продукт, и как раз это можно использовать, как всегда, чтобы продумать весь продукт целиком. Первый вопрос я не задумал. Во-первых, время. То есть я считаю, что время это очень важно, потому что если не будет этого брейсинга, не будет этого ограничения, то люди будут слишком много разговаривать. И они будут слишком медленно рисовать. Самое главное, что реально на выходе получается артефакт не просто на уровне скетча. Артефакт на уровне прибыльного логотипа. Возможно, наверняка можно делать design thinking, но это просто очень формализованная штука. И ребята просто, по сути, сделали для того, чтобы было удобно очень начать массово применять design thinking, я думаю, на самом деле. Нет какого-то противоречия, просто тут можно прям взять и спросить, чтобы делать за ответ, как нужно читать что-то и так далее. Просто вот три идеи. Вот артефакты, мне кажется, самое главное. И упражнения. Я сказал, что они на самом деле просто насадили какой-то шампур. Очень много прикольных упражнений. Я сказал про Crazy Eights. Я просто время сэкономил, я стал перечислять все остальное. Там для каждого дня, конкретно, вот 5 минут на эль, 15 минут на эль, 15 минут на эль. Очень советую прочитать хотя бы и пацаны видео, там просто больше рассказывают. Продолжение не вижу, продолжение, наверное, просто тот же самый вопрос возник, что ощущение, может быть, это уровень ощущения никогда не работало именно в этом процессе, что так можно сделать какую-то такую бету, которую потом будет долго и упорно допиливать, ровно потому, что куча нюансов, которые нельзя в жестком режиме предусмотреть. Да, у тебя потом будет такой бэклог из тысячи комментариев, что мы забыли придумать или что необходимо сделать, какие ошибки получили. То есть вот ощущение, что это как бы изначально так заложено, что потом это допиливается, допиливается, допиливается. Абсолютно. Это реально штука, которая ей помогает сделать дизайн. Это штука, которая помогает ответить на важные бизнес-вопросы. Это очень важно понимать. То есть именно через прототипирование вот это, да, ты просто понимаешь, как должен быть устроен продукт, достаточно высокоуровневый. Но за счет этого ты сразу можешь начать продумывать и бизнес-модель, и маркетинг за пределами спринта. Но очень важно, что ты к этому приходишь как бы вот не через какие-то рациональные рассуждения, да, ты приходишь к этому, по сути, через делание руками. Эта штука, я считаю, она больше стратегическая, чем для нас. Поэтому, конечно, там на выходе очень сырая штука, но эта сырая штука помогает очень сильно в том, чтобы лучше спланировать, по сути, проект, бизнес. Я скорее не вопрос задам, в поддержку Артема, придет Александров в Москву. Мы тоже используем дизайн-спринты, мы не используем спринты для всех продуктов, мы скорее берем какую-то конкретную проблему, конкретную область работы и устраиваем спринты. И в чем плюс, это то, что это фокус,
и глубокое погружение в проблему. Мы собираем всех экспертов, всех задействованных лиц, и они в течение 3 дней им удается достаточно глубоко погрузиться в проблему, не отвлекаясь на операционный стаж, получить оптимальный ресурс и протестировать его. В итоге на выходе уже получается решение, которое можно принимать нормальную разработку и вести в продажу. Да, конечно, там будут еще вопросы, дополнительные работы, но это будет нормально, протестированная гипотеза. И 5 дней это быстро. Это быстро для проверки гипотезы. Реально, потому что обычно компания занимает полгода. Дмитрий, спасибо за доклад. Меня зовут Медведев Сергей, я консультант по Agile, работаю в школе Product Vision. Я так понял, что практику спринтов вы взяли из Scrum, верно? Мы взяли ее из У спринтов должна быть вполне конкретная цель. Я не увидел цели в вашем докладе этого спринта. Цель была написать ТЗ для проекта. Клиент пришел с задачей сделать хорошее ТЗ. Обычно, конечно, цель формируется не так. То есть обычно формируется цель, как сделать классный онбординг для вот этой роли, для вот этого типа пользователей. Это гораздо более правильная цель. Или как увеличить арбу для вот этого типа пользователей. Вот. Тогда просто как раз получается как бы проще делать как-то бизнес-процессы, гораздо проще выбрать решение на них. Вот. В нашем случае было, к сожалению, так. А вы достигли цели? Да. А как вы это поняли? Мы имели составить ТЗ, и клиент был доволен. То есть были какие-то критерии приемки изначально? То есть как... Наверное, были. Просто технический директор фонда Рыбакова дал достаточно мало комментариев, и мы знаем, что они были довольны. Не могу сказать ничего больше. Пожалуйста. Спасибо за доклад. Володя, я читал книжку и давно хочу попробовать. У меня поэтому некоторые практические вопросы. Сколько у вас времени, насколько заранее вы готовились к этой неделе? Ну, я так понимаю, что там основная задача, на самом деле, найти, ну, помимо того, что комната, команда, там, закупки, нужно еще вот эти интервью пользоваться тестами. Вы во время недели планировали или вы заранее искали, кто у вас будет пятый день, кто у вас будет первый? Как это все? Сколько времени, да? Где-то, я думаю, часов 20 мы потратили до спринта, вот на подготовку, на общение с командой, с вице-президентом фонда. И людей для рекрутинга, для кураторов мы начали искать с первого дня. Ну, собственно, так ребята из Гугла и советуют, да, то есть первый день — это в том числе начало рекрутинга. Вот, то есть у нас где-то параллельно шло, я не знаю, там, мы, наверное, потратили часов 5. А где вы рекрутили? Мы просто через клиентов, потому что они уже достаточно там большой проделали путь, то есть у них уже были как бы партнеры в ресурсные центры из разных городов, они просто через них как бы нашли, то есть, там, человек. А эксперты заранее все знали или вам нужно будет только? Да, они знали. Они говорят, что там был человек, который профессионально, как бы он именно как тренирует наставников. Вот он был в первый день, тоже этот клиент помог. Спасибо еще раз.